Понедельник, 18-е, да? 18-е? Да, хмурый день, такой же, как Андрюха. И вот Женька не унывающий, блин. Завел уже тарантас, блин. Сейчас нас повезет в Павловскую. Вот такой вот сегодня дождливый день. Вчера было солнце, сегодня дождь. Ночью начался. Говорят, ранний гость до обеда. Проверим. Проверим эту мудрость народную. Перед рыбалкой сначала мы соберем грибочки. Конечно, Саша заберет. Саша заберет все. Вот такой грибочек засушится. Беленький. Ой-ой, красавчики стоят там. Сушится. Да. Смотри. Подумаешь, а это что? Два проклина полезла. Где не один? Я не вижу другого. Ты второй. А ты его сломал нормально. Держи, все. Хоч. Одевай плащ, не выпендривайся. Вон красавцы стоят, да? Это у нас что, красненькие ведь стоят? Да. Надо высыпать. А? Высыпать надо. Сейчас мне сейчас не подняться будет нам. Да перестань давай. Вот сейчас снимаю. У дороги стоял. Вот видите, нас почти что дождался.
Репа. Нормально так. Берем? Конечно. Ни хрена какой. Вот этого почисти. Больше не надо. Больше не надо. Не. Иди ломай его. Жень, давай, срывай его. Счастливый ты наш. Красота. Вот так с шутками, прибаутками, с песенками мы приблизились к мостику через ручей. Ручей текет и Станового, и Котечного. Как было надежно сделано в свое время. До сих пор ездим. Тут трактора даже ходят. И ничего. Парни опять что-то нашли. Что нашли? Красные. Тут должны быть красные. Бруснички. Бруснички так. Поесть. Надо его не надо брать. Ну, ну под ним прячется. Под ним прячется другой. Да. Возможно, хороший. Рябчики свистят. Потому что у нас нету ружья. Андрюха, на, порежь. Девушка. Охота. Тихо, тихо. Пошли в сторону, пошли. Пошли. Смотри. Вижу, там полно. Ну, не полно, но поработать придется. Поработать, так, да? Я, наверное, большое не буду брать или брать? Мне пакет нужен, где он ушел? Иди сюда, резать. Букет. Я принесу тебе букет из красных головов. Ой-ой-ой. Давайте для начала пойдем. Счастье есть. Да. Букет. А брусники-то тут какой? О, брусника. Ты тоже должен танцевать. Игорь. Да. Съеденный, нет? Не, не особо. Надо высыпать. Сейчас высыпем. Нормально. Красавчик. Нормально. Нормально. Камера, камера, камера. Вообще. А смотри, он тоже нашел красивый гриб. Если мы еще один мешок наберем, у нас будет полный этот кусок. Вы! Белоломы, блин. Ложи, ложи. А ногу посмотри, всем. Может, нога еще пойдет. Нет. Дальше, дальше. Пойдет. Тоже какой-то такой красивый, но подозрительный. Там нашли опять два белых гриба. Грибы в основном почему-то с правой стороны. Thank you.
Ого! Грибы! О, наша песня перепеток. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Два великана. Стой, постой! Карман пустой. Вообще недалеко осталось уже. На, потрясти. Не надо трясти. Я думаю, даже закрывать не надо. Почему? Будет воды. Пакетом сверху накрыть. Нет, пакет надень на кузов. Ну, давай на кузов один берем. Так будет впредь, блин. Да? Какая разница, там подключить или так, да? Здесь станет так, нормально стоит. Давай хоть занесем, он заберет. Ну занеси, Андрюха, занеси. Подарок кому делать. Ты что стоишь-то? Пошли.